Салют, дамы и господа, приветствую котаны и кошечки, с вами я, Метатроныч. Значит, сегодня у меня объявлено штормовое предупреждение, но оно еще со вчера началось, это на 27 вечер 2016 год. Если вы смотрите это в записи, то вам наверняка это будет не очень интересно, всех остальных же добро пожаловать, устраивайтесь. Значит, суть в чем, штормовое предупреждение было объявлено. И я решил подготовиться, как обычно, вот для меня это обыденное занятие, отключение электричества в регионах, в маленьких деревушках, кто живет, знает, что такое происходит довольно часто, особенно при малейших изменениях погодных условий в какую-либо сторону, сразу что-нибудь, либо электричество, либо интернет отключается, либо все вместе. И я предлагаю сделать что? Завтра мы устроим подготовку все. Два выходных у нас, суббота и воскресенье. Я уже подготовился, а вы как раз таки узнаете. Это просто подготовка будет. То есть вы представьте, что вдруг и у вас тоже начнется какой-то шторм, и вам придется остаться без электричества, без связи, без вообще каких-либо источников энергии. И подготовьтесь к этому. Рассчитывайте, что вам придется так жить два дня без всего этого. К примеру, просто рассчитывайте. Из этого расчета делайте вашу подготовку. Это, еще раз напомню, просто будет подготовка. В следующем Дефконе, можно так его назвать, в общем, в следующих учениях по выживанию нашему, мы сделаем что? Мы реальные условия сделаем. Нет, мы не будем устраивать вселенский потоп, просто сами, кто захочет участвовать, отключат электричество, интернет и все коммуникации на пару дней, на пару выходных, и посмотрит, сможет ли он выжить. Но опять же, это исключительно по вашему желанию, я же никого не заставляю, просто кто хочет попробовать, каково оно, могут попробовать уже сейчас. Причем, ну, все основано исключительно на вашей честности. Кто-то будет читить, например, скажет, да, я все выключил дома, а сам ушел на весь день в выходных там гулять в ресторанах, где есть электричество и все прочее. То есть вы не меня обманывать будете, я тут ни с кого ничего не требую, я просто предлагаю такую идею. Вы будете максимум кого обманывать, это только себя. А это я к чему? Потому что многие люди говорят, что да я там готов ко всему, чему угодно, я там, если что уж там, Метатроныч, все это фигня, я подготовлен. Вот вы и проверите завтра вашу степень подготовки, а в следующий раз, когда мы устроим учение, вы проверите, как вообще, если вы один, то как вы один с этим справляетесь, если у вас семья, то как семья ваша отнесется к этому. Сможете ли вы вообще в чрезвычайной ситуации как-то контролировать своих близких, если вы, например, лидер в семье, да, и вообще что-либо сделать. Причем вы это проверите в тепличных условиях. И заодно узнаете, кажется, уже гром начинается, и заодно узнаете о себе много нового. Так, надо заканчивать, а то я не успею это видео выложить вам. Поэтому завтра вы просто подготавливайтесь, заодно смотрите, как и чего, там, заряжайте аккумуляторы, радиостанции, радиоприемники, в общем, думайте, что, чем вы пользоваться будете, как будете себя развлекать, а это тоже немаловажно, что будете кушать, как будет работать ваш холодильник автономно, просто подготавливайтесь, но ничего не выключайте, то есть вы просто рассчитайте, сколько времени у вас уйдет только на подготовку, а в следующий раз мы устроим, действительно, кто захочет поучаствовать, отключит электричество у себя, не будет им пользоваться и попробует прожить пару дней так. Это не какое-то там супер-пупер испытание, нет, это просто для вас, для тех, кто хочет попробовать действительно, как оно. Не теоретически или там вспоминая опыт там десятилетней давности, когда где-то ездил к бабушке в деревню, и там отключили электричество, и он сидел при свечке, а именно сегодняшний опыт на сегодняшний момент. И такие учения я предлагаю проводить периодически. Во ВКонтакте буду это все освещать, там же сделаю, наверное, альбом, где будем что-нибудь выкладывать там и общаться и прочее. Так что присоединяйтесь, кто желает. А штормовое предупреждение у меня это не шутка, оно у меня действительно есть. Я надеюсь, сейчас я успею все это выложить. Как бы сейчас что не началось уже. А также это по многим регионам идет. Штормовое предупреждение растянулось на всю Россию, там от Ростова, да, вот, и до самого Новосибирска. Так что параноики тоже подключайтесь к этому всему.
Я думаю, вкратце донес смысл, что хотел сказать. Далее подробно уже напишу во ВКонтакте, когда будем проводить вторые учения. На этом все. Кто хочет сейчас поучаствовать, начинайте подготавливаться. Прямо сейчас можете, можете завтра начинать. В любом случае, ваша задача подготовить все необходимое на 2 дня автономного существования, чтобы вы себя чувствовали комфортно. Заодно проверите свои запасы, заодно проверите свои скиллы и то, что вы там накупили всякого хабара, там, думая, что он вам поможет. Узнаете, действительно эта вещь вам пригодится или нет. Ну, узнаете вы это уже в следующих учениях. На этом все, друзья. Не чихайте, не болейте. Проведите остаток своей жизни с пользой. С вами был я, Олег Гром, более известен как Метатроныч. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, добавляйте себе. Покедова.